Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущая Екатерина Остапик. К сожалению, на прошлой неделе 4 и 7 участников, правильно ответивших на вопрос на детской страничке, не оказалось. Следовательно, нет и победителей. Если вы хотите выиграть сладкий приз от компании «Альфа-Окна», отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. Теперь два приза в конкурсе на детской страничке в еженедельнике «Волна». Сладкий подарок и 50 рублей на телефон. Мы ждем ваших звонков по новому номеру телефона 35525 каждую субботу с 10 до 15 часов. Желаем удачи и приятного семейного чаепития! Мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей» и два сертификата на поздравления на кабельном телевидении «Волна». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвует 15 человек. Между ними разыграем сертификат на поздравления. Итак, первым победителем на сегодня становится Сергей Кононов. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвуют 17 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». И вторым победителем на сегодня становится Галина Скоморощенкова. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 15 человек. Между ними разыграем сертификат на поздравления. И последним победителем на сегодня становится Наталья Величко. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание объединения «Волна». На этом наша передача подошла к концу. До свидания. Увидимся ровно через неделю.